Вот смотри, видишь, линия должна быть красивая у нас тут с тобой. Вот ты сейчас немножечко, немного здесь подрезаешь, выравниваешь вот это место пнева, чтобы вот эта линия получилась у нас плавной. У будущих модельеров-конструкторов практическое занятие. Из этих фрагментов предстоит сшить дамский жакет. Рядом швейный цех. Здесь студенты осваивают профессию швеи. Тема урока – изготовление накладного кармана. После модернизации Шуйский колледж похож на фабрику полного цикла в миниатюре. Это испытательная лаборатория. Вот так выглядит необработанный хлопок. А с помощью этого прибора определяют, годится сырье для производства ткани или нет. Урок ведет текстильщик-профессионал. Входной контроль – это очень важный процесс по получению сырья. Выйдя с данного учебного заведения, студенты уже будут понимать и знать, то есть осуществлять некоторые операции сами, без обучения в дальнейшем на самом предприятии. Модернизация Шуйского многопрофильного колледжа прошла в рамках реализации программы «Профессионалитет». Проект направлен на то, чтобы подстроить учебные программы профучилищ под нужды современного производства. Подход такой – меньше теории, больше практики. Шуйский колледж приобрел два ткацких станка. Сейчас завершается их монтаж. Таким оборудованием не может похвастаться ни одно среднее профессиональное образовательное учреждение. Такие станки позволят готовить специалистов по профессии ткач, очень востребованной в нынешнее время. Кстати, они способны выпускать полотно шириной почти 3 метра. Все оборудование точно такое же, как на профессиональном производстве. Промышленники оказывали консультации в приобретении техники. По некоторым специальностям введены сокращенные программы, и от предприятий уже поступают заявки на таких специалистов. Текстильная отрасль испытывает нехватку профессиональных рабочих практически по всем направлениям. Эту нехватку начнем восполнять даже с уровня школы, потому что программа «Профессионалитет» она подразумевает и включает в себя задачу по ранней, скажем так, по более раннему погружению в профессию. И мы пойдем в школы, начиная с 6-7 классов, мы будем встречаться, мы будем показывать прекрасные вот эти светлые кабинеты, мы будем показывать предприятия, дни открытых дверей, не только для школьников, но и, конечно же, для родителей. По программе «Профессионалитет» в области обучаются 400 студентов. Не только в Шуйском колледже. Участниками проекта стали еще 8 образовательных учреждений, вошедших в текстильный кластер. Между тем, правительство региона ищет возможность введения «Профессионалитета» и в других сферах экономики. Гавпосадский район очень заинтересован, именно инвесторы, именно бизнес, в том, чтобы у нас началась такая качественная подготовка кадров для сельского хозяйства. И мы сейчас обдумываем, каким образом это можно сделать. Потому что у нас в Гавпосаде, это наш центр нашего земледелия, хорошо бы это было реализовать на самом деле в Гаврилово-Посадском районе. О результатах профессионалитета пока говорить рано. Реализация программы только началась. Организаторы отмечают, что это инвестиции в будущее. Но оно наступит гораздо быстрее, чем кажется. Сергей Веселов, Денис Железов, телекомпания «Барс».